Доброе утро всем. Приехал сегодня на пляж Инжир. Подъехал сегодня через резервное. Хочу спуститься на пляж Инжир знаменитый. Прыгнуть с камня жопа, по-моему, он называется. Мне больше нравится название Инжир. Камень Инжир. Спуск будет 500 метров. Вот он, пляж Инжир. Пляж пустой сегодня. Сезон еще не начался. Летом здесь будет людей, конечно, не протолкнуться. Везде будут лодки стоять. Из камня уже будет надо очередь занимать, чтобы прыгнуть. Ну что, пойдем. Так, в общем, чтобы забраться на нее, надо обойти со стороны пляжа, подойти к этому камню, залезть, и там можно будет забраться на нее. Либо с воды, если прыгнул, и с воды назад забираешься. Это летом, когда вода теплая, там удобно. Ой. Так, тут что-то очень. Сейчас мы здесь доберемся, подумаем, как забраться. Опа, 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 опа. Вот тут 1.3 метра, летом все прыгают здесь, детвора, взрослые,
Очень удобное местечко. Глубина везде достаточно. Тут 1,4 метра. А водичка сегодня прозрачная. А, вон она, чаечка. Сидит на скале клык. Мы туда еще заберемся попозже. Так. Вот камень плоский. У меня друг из Санкт-Петербурга, Миша, здесь жил целый месяц, даже больше, в палатке на этом камне. Если смотришь, Миша, привет. Вот он, твой камень. Ух, какая водичка прозрачная. Но место очень известное всем. Все тут летом купаются, прыгают. Глубина 4-4,70 вот там везде. Сейчас наверх поднимусь, покажу, какая там площадочка есть. Поднимается здесь вот тут. Достаточно колючий. Можно было бы здесь и получше ступенечки сделать. Но летом все поднимаются без проблем. А, здесь трещина такая, поэтому она с ракурса, с воды называется камень жопа. Такой расколотый напополам. Так, а вот у нас площадочка, которую выдолбил тут Михаил, когда жил тут на инжире. Вот видите, ровная площадка, откуда все толкаются. Это его рук дело. 2 или 3 зубила, говорит, стер здесь, пока ее выдолбил. Это 8,50 тут. В общем, такая высота, доступная всем. И новичкам, и детям. Здесь чуть повыше, 9, наверное, получается. Можно подняться. Какая вода сегодня бирюзовая. Вот, почти пустой пляж. Здесь площадка чуть повыше, надо далеко выпрыгивать, целый метр. Сейчас попрыгаем пару раз, костюмчик намочить. Ну а потом меня интересует вот эта скала. Вот эта скала Клык называется. Вот ее я высоту не знаю, так что залезем. Все померяем.
что, друзья, вот наша цель. Вон где чайка сидит. Пойдем, сейчас обойдем. Заберемся по обратной стороне и померим высоту. Друзья, вот так вот будем мерить высоту. Бутылочка, тут камушки. Закручиваем. Тут получается воздух. Опускаем ее, и она на поверхности воды плавает и не тонет. Так мы померим высоту. Вот с обратной стороны тут забираться на нее вообще очень не очень. Так, подъем здесь. Подъем здесь более чем экстремальный на нее. Поднимался. Когда это? Вот здесь есть отбитые ножки. Ага. Да. Здесь не очень понятно. Так вот подбираемся. Так. Так, здесь руки цепляются. Здесь подъем идет вот так вот. Так, здесь у нас яйцо. Отойдем в сторону. Отойдем сюда. Ну так вот это все здесь выглядит. Метров 13, думаю, есть. Метров 13. Заповедник Айя. Вон мыс Айя. Скала Носорог. Очень красивый вид отсюда. Так, 13 метров, друзья. Ровно 13 метров. Thank you.
там 13. Прыгать можно ласточкой. Сальто, наверное, вперед, наверное, не рискнул. Назад тоже рискованно, потому что положительный уклон у скалы, приходится выпрыгивать от нее очень далеко, и контролируемо это будет все, если заднее сальто делать. Очень тяжело это самое рассчитать. Так что для ласточки комфортно, просто ногами можно еще прыгнуть. Особо ничего больше не исполнишь. Камень жопа тоже такой себе. Не сказал бы, что он очень удобный. Дальний инжир, пляж. Наша цель — вон та скала. Сейчас пойдем туда, на эту скалу. Скала называется Стенка. Вот это скала. У-ху-ху-ху. Скала называется Стенка. Это просто стена. Метров 80. Ух-ху-ху. Вот сколько медуз. Вот тут есть где разгуляться. Такое дерево висит прямо на склоне. Очень необычно. Вау.